Ребят, нам надо уже сделать где-то привал. Я реально уже устал идти. Ну да, есть такое, правда. Ну да, надо отдохнуть. За нами ж никто не гоняется, поэтому я думаю, что... Да вроде не. Давайте место подбирать, где мы будем тут что-то останавливаться. Прям тут может быть. Здесь? Ну, не знаю. Да, эти поляны, смотрите, какая. Может, возле воды где-нибудь, возле реки какой-нибудь или что-то такое? Ну да, там, наверное, красиво. Ой, смотрите, там, кажется, вдалеке лес. Можем даже возле лавы, здесь довольно тепло, простите. Не-не-не, пошли вон туда, где вот тот лес здоровенный. Там вон эти ёлки огромные. Это мой самый любимый биом. Ну, мне тоже очень... подождите, ты чё? Офигеть! Секундочку. Какая-то развалина. Ну, стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Так мы же в лес ушли, зачем нам да это подожди. Вообще? Интересно, что здесь? Это вроде не из Майнкрафта какая-то постройка, это кто-то построил здесь. Ну да. Развалина просто. Обалдеть. Ну, слушайте, да. Нифига, тут что-то взорвалось. Ого. Как будто. С этого. Внутри прям. И тут еще возле стен. Наверное, человек просто упал, и все. Это, наверное, нормально. Ну, смотри, тут вниз есть. Чё? Тут что-то внизу. Тут лестница, лианы. Где? Посмотри. А, нифига, я даже не увидел. Давай посмотрим. Так, я пушку достал, если что. Ну-ка. Да, давай. Вроде мы шли в лес. Чё мы сюда попёрлись? Обалдеть, там кровать. Да куда вы все сразу повалили-то толпой? Ё-моё. Нормально все. А чё, у нас оружие, нам пофиг. Кино, ты надеюсь, что, кровати не видел или что? Надеюсь, здесь нет гигантских пауков, потому что паутины здесь просто тьма тьмущая. Енот, паук, смотри там. Где? Так я и поверил, фиалка, а это не сработает. А ты не поверил? Чё? Это я пострелял. Так, хорош меня пугать, вы чё? А то... Испугался? Чё ты поверил, сейчас да? Сейчас я начну стрелять. Короче, слушайте, может здесь да, привал сделаем, а? Действительно, ну, нет. Давайте. Тут воды нет, какой привал? Ты сам пауков. А мы можем... Здесь неплохое место просто. Фиалка, давай паутину уберем. Паутину? А да, у меня ребят. Нету меча. Блин, тут надо этот. Лестницу, Нубик, смотри, есть. Убирает. Нубик, у тебя лестница? Поставь так, туда этот. Так, мечи, лестницу держи. Давай. Опа. Я пойду сверху, тогда я дырки думаю, залатаю. Я думаю, мы будем устраивать привал, чтобы отдохнуть, а мы тут уборкой занимаемся. Да в смысле? Вдруг что уборка? Придет, да что за лестница? Не могу залезть. Полежать на кровати. А, лианы надо сломать все. Да. Надо, ребята, работайте, а я пока это отдохну. Слышь, давай тоже там работай. А ну встал работать! Ты чего? Давай, все хотят отдыхать, Тюбик. Отдыхать, блин. Так одна кровать, надо по очереди получается. Вот моя очередь настала, я пошел полежу. У меня все кровати есть. Так. Короче, я здесь сейчас забетонирую, значит, дыры вот эти вот, да, чтобы никто к нам сюда не залез. И можно будет здесь отдохнуть. Да, давай. Так, сюда быстренько все сейчас здесь расставим. А ну я сказал, встал! Да я это, моя очередь была отдыхать. Они расстроятся, то, что у них паутины нет. Так, нубики, давайте там, нет, а ну давай, на тебе блоки. Тюбик, иди помогай, иди, реально, что ты там разбёгся? Я помогаю. Тюбик, чё, лентяй, ты пишем в комментариях. Блин. Сами лентяи. Тюбик, лентяй. Я вообще-то на страже порядка стою тут. Не обижайте вы тюбика, все мы устали. А чё? Ну так а чё, все мы устали, но работаем, а он, блин, развалился. А работаем только мы, чё такое? А я вылезти не могу. Молодец, а я вылез. Пока. Ну ладно. Сейчас, уйди вниз. Да вниз, чё ты, ломай теперь бери. На, вон, я тебе лестницу скинул. Поставишь, у меня это, кирка осталась снизу. Ну все, значит, сиди там, рукой ломай. Давай. Так, сюда. Ладно, я тебе пришел помогать. Сюда. Ребята, куда вы делись? Да, блин, я наверху заделываю дыры. Они закрыли, они люком закрыли. Я помогаю. А мне что делать? Так, ну-ка. Стену помогай строить, помогай Нубику там строить, фиалка. Да, Нубику помогаем, мы тут сейчас с енотом все сделаем. Так, надо как-то наверх, что ли, здесь что-то такое построить, чтобы можно было подниматься вот так вот, чтобы да? Никто к нам из пещеры не пришел, если вдруг тут кто-то может быть. Да, там могут криперы заспавниться или зомби, что такое? Поэтому надо построить стену. Так, блин, опять ты туда поставил. Да что ты будешь делать, а? Блок за блоком. Слушай, я вот так вот сделаю. Давай. Чтобы ходить можно было. Опа, и все, вот здесь, там короче, заделаю. Нормально. Так. Теперь, это что такое там? А, это трава, нифига себе, я уже подумал, что что-то другое там. Мы здесь, короче, забаррикадировали, все вроде бы нормально, неплохо. Так вот это лично. Я устраивал план, потому что мы будем возле реки отдыхать. Да зачем нам та река? Здесь есть маленький прудик, вот. Ты, чем тебе? Я думаю, подойдет. Еще надо подняться там. Ну да, ну а что, долго подниматься, что ли?
Так, надо будет еще сделать какой-то вход сюда, что ли? А есть двери у кого-нибудь? Или из дерева? Двери? Да, двери. Так. У нас просто да, нету... у меня есть двери. В эту постройку разрушенную нет никакого входа. Возможно, он где-то был с какой-то стороны, но от этого взрыва, который тут произошел, судя с того, что мы увидели, эти двери, собственно, разлетелись в пух и прах. Так, ага. Ну, возможно. Сюда, понятно. Сюда, сюда. Я уже придумал, как я смогу защитить это место. Сейчас все будет. Так, оп, и тихо. Как ты там? Куда это я здесь упал? Значит, я сейчас возьму... Неплохая пещерка получилась. И поставлю этот... Здесь такую стеночку маленькую, на нее шипы поставлю и под ней шипы. А зачем вы здесь блок поставили, вопрос? Какой? А, это тюбик поставил. А, ну молодец, случайно, сломай. Я хотел вылезти. А у него кирпич. А у меня кирка осталась там внизу. Сможешь сломать, Нубик, пожалуйста? Ладно. Так, нормально. Нубский троллинг происходит. Прям на все 100%. Так, нам надо, короче, что делать? Спасибо. Нам надо вот так, вот так, вот так. Вот так сюда делаем, расставляем шипчики. Шипчики сюда расставляем, все замечательно. Да сколько здесь всякого... Капец, тут лук падает, лук где-то растет. Прикиньте. Да? Так. Да. Здесь куда растет двери где-то ставить? Лук. Двери? Да. Давай вот тут. Смотри, а сейчас я ты? Здесь ломаю. Я тебя не вижу вообще. Ломаю, дырку в стене делаю, смотри. А, все, вижу, вижу. Эч, нормально, пойдет. Так, сюда, 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 сюда. Нет, подожди, было не так. Или было так? Да, было не так. Наставил, ну ё-моё. Кто там наставил? Так, да я наставил не тех шипов. Так, все, поехали. Делаем дальше защиту на всякий пожарный, потому что мало ли что. Так, ну все, да, я сделал быстро, нам быстро, хорошую быстро. Оборону. Что это такое? Кто поет? Нубики, хорош издеваться. Кто это там не сейчас я. Смотрит? Это не я. Нубик, это ты? А ну, признавайся. Нубик, ты же любитель у нас ТикТока. Чё ты там включил уже? Слышишь, я вообще-то тут рядом с тобой стою. А, тогда это Тюбик. Что это за песня такая? Тюбик, чё ты там включил, спрашиваешь, а? Хорош издеваться. Да не включал я ничего. У меня нет ничего с собой. Чем докажешь? У тебя по-любому телефон в кармане. Так. Иди проверяй. Это сюда. Я занят работой. Я работаю. Выстраиваю нам здесь защиту из шипов. Что а это я было вообще? А я там уже поработал. Я не знаю, что это было. То есть вы хотите сказать, что это не кто-то из вас смотрел видео, да? Нет. У меня как бы телефон есть с собой, но я ничего не смотрел. Я понял. Я вот. Понял. Может быть, это была фиалка, я? А? Нет, я тут занята. А что ты там притихла? А что ты там реально притихла? Я занята, потому что... Видео в ТикТоке смотришь? Да я занята, говорю! Блин, где я? Я здесь. На своих же шипах, ну что ж ты будешь делать? Ну классика. Я бегу, сейчас, я почти уже прибежал. Так, значит, надо понять, что это было. Ну да, по-хорошему надо. Какой-то куриный рэпчик. Что вы пристали вообще? Ну что ты там заиграла и все? Какой куриный рэпчик? Ну куриный рэпчик. Я такой, ой, чуть не разбился. Ты где такое взял вообще? Так, это сюда. В ТикТоке видел. А, ну так вот и все, вот и спалили, значит, того, кто это включал. Ну, всё, ясно. Ты чё? А чё ты? Чё, не видишь шипы? Так, сюда. Я не включал, я просто слышал такое где-то. Слышал он где-то. Короче, ребят, защита готова. Мы можем... Чайник где-то... Опять? А, блин, что это? Что? Это чё? Это чё? Что это такое? О, блин, тут еще и сзади! Ребята, это что такое? Шинагицы какие-то поющие! Чего, блин? Офигеть! Что за фигня? Не знаю. Я не знаю. Я в шоке. Ладно, давай сюда это доделываем. Все, я здесь все закончил. Так, я лезу внутрь. Опа. Давай. Закрываем. О, нифига. Тут крышу сделали, ничего себе. Ну, я крышу не делал. Так, 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 это сюда. Я вот только здесь. Свет провел. Свет провел? Ну, нормально, слушайте. Неплохое место для привала получилось. Ну я думаю... да, только что за фигня тут происходит. А я не знаю. А какие-то наггетсы. Фиалка, иди сюда, слышь. Шляпи вообще. А! Чё, блин? Быстрее сюда. Гасите их. Бегу. Чего? Это что такое? Наггетсы поющие, ковбои. Чего, блин? На что? Тебе. Откуда? Что? Что происходит? Офигеть. Здесь тоже с этой стороны! Ребята! Я не знаю, что это! Я в шоке! Ребята, я поднимаюсь, не нервничайте там! Да никто я не тоже. Нервничает, просто здесь что-то непонятное происходит. Да? Я такого откуда? Еще не видел.
Что это такое, блин? Откуда они взялись в Майнкрафте? Иди нафиг отсюда! Где? Наверху! Выше вылазь! На! На тебе туда! Смотри, фиалка, наггетсы поют, блин, в шляпе ковбоя! Чё за жесть? Ой, я первый раз вообще такое вижу. А что, что ли? Газите их, ё-моё. На тебе, блин. Гранатку. Так, тихо, спокойно. Сейчас пережарим тебя второй раз. На. Знаете, я бы поела наггетсы. Да, блин. Эти я бы не забирай. Забирай, тут их очень много. Они какие зажившие. Мне кажется, они хотят нас убить. Круто, блин, сделали привал. Возможно, ты прав. Прикиньте, если бы у нас... Ой, прикиньте, если бы у нас не было никакой постройки. Сейчас бы возле палатки сидели, блин, и тут такая фигня резко. Да, пришлось чего, бы, блин? Наверное, бежать. Да, я говорила, надо было туда, в лес идти. Так, а если в лесу нас настигли бы? В лесу тут даже и не побегаешь. Они же тут обалдеть, сколько их тут! На! Да, их там это очень жесть. Много, аккуратней. Ой-ой-ой. Прям тут слишком много. Я не знаю, ребят, надо просто тупо стрелять. Давайте, давайте, ну, давайте. Все, наверное, да. Стреляем, стреляем, стреляем. Так, ловушки работают. Надо, надо, надо. Отлично. Надо. Патроны быстро еще тратятся. Да вот тут еще, смотри, прыгают. На. Все? Все? Надо со всех сторон проверить. Вот, вот они еще. Вон еще идут. Да ё-моё. Получайте. Это прикол? Что это за... Откуда? Тут... Это что, какой-то новый вирус или что? Да ну не-не-не-не-не-не-не. Если вот так вот будут, как скибиди туалеты, скибиди доп-доп, ес-ес, вот это вот цепеть. Это что за жесть? Тут этих, ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, пользуйтесь гранатами, гранаты очень хорошо против них работают. У меня осталось штук. У меня 9. Ребята. Так, на тебе туда. У меня 32. На, кидай давай гранаты. Гранаты нагрёб. Интересно, а что они хотят от нас? Так, я знаю, их все загрёб, у меня наверное, всего их 32 было. Кидай, кидай тюбик, только не сразу кидай, а через время. Кинул, подождал, а то сразу гранаты не работают. Так, ну ну-ка, да. Ну-ка, ну-ка, опа, сюда, хорошо. Я знаю, ребята. На тебе, ух ты, блин, чуть не откинуло меня. Аккуратней. Так, аптечки же у всех есть, да? Конечно, могу поделиться. У тебя нет аптечки? У меня есть, обманул. Всё, нормально. Главное, чтобы у всех были аптечки. Если что, лечиться, это прям имба. Ну, конечно. Да. Давай. Тут еще сюда подходит. Подъем их всех. Бам. Но! Их нифига. Очень много. Их супер много. Тут просто гигантское количество этих поющих наггетсов. Блин, они лезут и лезут. Что почему, это такое? Блин, они... Я не понимаю, что они от нас-то хотят? Ребят, наггетсы меня еще никогда в жизни не штурмовали. Это восстание наггетсов получается. Это жесть. На тебе. Получайте, да это реально какой-то вирус. Мы, походу, что-то пропустили. Ну, наверное, да. Что-то последняя гранатка. Все, гранат больше нет. Последнюю выкинул. Так, так, так. Если у вас остались гранаты, кидайте в толпу. Так, ну-ка вот сюда. Вот здесь, где я. По-любому еще есть. Где да я стою? Я же все знаете, намного больше, чем у нас патронов. Да это вообще жесть. У меня, конечно, еще есть сумки с патронами, но надолго этого всего не хватит. Так, ну-ка. Если ну-ка. Вам сумки нужны будут, вы говорите, хорошо? Хорошо. Конечно. Ой, наверное, мне скоро понадобится, кстати. Давай, вау. Я тебе одну сумку выгружу сразу давай. Сюда. Давай, так, давай. Забирай. Давай. Ну, все, спасибо большое. Тюбик, я рассказывай, я слышала, ты там тиктоки какие-то смотрел. Реально, ну, что да. Там в тиктоке было про это? Так. Да чё, вот эта штука танцевала там. Жесть. И чё, всё танцевал и всё? Ну ничего да. Там не... А просмотров много на этом видео? Очень. Миллионы. Я понял. Ладно, окей. Короче, снова какая-то... Я понял, стоять ковбои, все вот эти дела, да. Жесть. Да походу. Надо разбираться с ними. Хотя, слушайте, вы же бункер там построили, правильно? Ну да. Конечно. Мы можем закрыться в бункере. И ну их нафиг, эти наггетсы. Я думаю, они сейчас горячие еще, поэтому нападают. А когда холодные будут, остынут, то уже все, вряд ли они будут такие агрессивные. Давайте с ними еще разберемся, а потом посмотрим, как они может будут вести. Может быть, они перестанут да, идти. У меня 4 патрона, ой, 4 магазина. Так, сюда. А, понятно. Короче, я не шибко, у меня не шибко больше. Давай, фиалка, иди сюда, я тебе дам ребята. Сумку, бери. Сейчас приду. Я тебе уже выдал сумочку сюда, тут две сумки лежит. Хорошо, берите, берите. Сливочки. Жесть. Да заткнись ты, блин. Наши шипы, ловушка с шипами работают. Они подпрыгивают, чтобы преодолеть одни шипы и на тех да, же самых шипах других откидываются. Им выходит, да. Что ли, это нравится, что ли? Да я не знаю, просто они...
Все, патронов нет! Ёлки-палки. Патронов нет, их тут целая куча. Ребят, давайте, значит, короче, это. Берем. Блин, у меня еще 6 магазинов есть. Фиалка, ты где? Давай патроны бери быстрей. Так, да, вот сейчас я поднимаюсь. Давай. Так. Сколько же тут, блин? Слушай, может тебе не подниматься, может нам наоборот спускаться надо, а? Ё-моё. Ну, кстати, да. Так, стреляем. Офигеть, давайте, валим их, ребята. Нет, они вообще, их меньше не становится. Мы реально так долго не продержимся здесь. То ну, продержимся, да. Должны постараться. Да как мы продержимся-то, а? Да не, ну-ка. Мне кажется, у нас шансов немного. Они тупо не заканчиваются. Да, снова закончились патроны, ё-моё. Так, сюда, ты что? Офигеть! Давай. На тебе, получайте. Вот так вот. Так, а бункер там все, вы из бетона сделали стены? А? Ну, да. Фиалка, ну, они можно там каменные сказать были. Фиалка, ну, бери, да. Я тебе сумку, короче, забрал твою. Да живот. Сейчас у меня пушка сломалась, надо было поменять. Давай. Я тебе кинул сумку. Забирай там патроны. Да, да, я помню. А то я твою сумку уже забрал, ту, которую тюбик кидал. Так. И ту, которую я кидал, тоже забрал. Да, это жесть, слушайте, надо, короче, валить. Я предлагаю лезть в бункер. Я последний магазин зарядил. А у меня патронов больше нет. Сзади сумка, кажется, еще, берите. Пора. Я еще выдаю сумки, берите, у меня еще 2 осталось. Ага. Так, ну-ка. Я предлагаю спускаться, это реально что-то жесткое. Тут просто бесконечный поток технагицам поющих. О, блин, все, спускаемся, давайте, быстрей. Хорошо. Быстрее. А тут двери есть, это я забыла? Давай, сюда, есть. Ну давай, пойдем. Сейчас я баррикадирую двери. Двери баррикадирую, так, раз. Два, есть. Давай. И вот офигеть, здесь вот выход на крышу тоже сделали. Баррикадирую. Так, да, сюда. Вот так вот как-то. Шипы получилось. Вокруг еще поставлю сейчас. Секундочку. Давай. Так. Скорую руку, давай. Конечно, раз, два, но... три, четыре, пять, как шесть, получилось? Семь, восемь. Все, я спустился. Так, закрываем люк. И давай. Здесь тоже надо что-то будет забаррикадировать, наверное. Там... О, блин. Только они там задрали, петь. Аж туда слышно. Так, ну-ка, сейчас подожди-ка, вот так вот. Понятно. Вот так вот. Все, я забаррикадировал. И еще, наверное, один блок. Фух, нифига, что за такая лавка огромная. А вдруг там гости придут, ну, кроме... Какие наггетсы? Наггетсов, чтобы все поместились. Короче, ребят, будем сидеть здесь. Я ну не да, знаю, что из этого получится. Не то чтобы много. У нас такой псевдо-бункер. Да. Ну вот пауков патроны еще остались. Ну да, кстати, патроны еще есть. Если что, можно попробовать их будет свечками сжечь. О, ну и это тоже хороший вариант. Да вы чё?